Хозяйство Ольги Свирит в Суоярском районе увеличит поголовье рогатого скота. Жительница села Вешкелица зарегистрировала ферму 17 лет назад. На ней производят сырое молоко, а также выращивают капусту и картофель. На сегодняшний день в хозяйстве 30 коров. Сейчас здесь заканчивают капремонт. На него ферма получила субсидию от государства. Новые помещения Ольга показала главе Карелии. После завершения работ дойное стадо доведут до 50 коров. Маленькие резиденты обновленного коровника буквально на днях появились на свет. Новые рабочие места мы, это самое, на уборочную, 2-3 человека мы возьмем на уборочную, кроме как своими силами. Вот центр занятости нам обещал помочь, он всегда нам помогает, вообще так приятно с ними работать. Вот. И они обучили нам технолога, она сейчас у нас работает как самозанятая здесь, но вот как запустим, только вот запустим переработку. А потребность в кормах для растущего хозяйства покроют дополнительными сенокосными полями. В следующем году ферма получит около 200 гектаров в Пряженском районе.